Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире очередная передача в рубрике «Новости правовой экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Сэр. Прежде чем приступить к нашей теме, которую я выбрал для сегодняшней передачи, позвольте познакомить вас и друзья выдержкой из письма одного из наших радиослушателей. Из этого письма я с некоторым удивлением и с большим удовольствием узнал, что у нас своя аудитория не только в России и в государствах, которые входили прежде в состав Советского Союза, но и в Болгарии. Я искренне благодарен господину Румену Панкову за его послание. А теперь вопрос, который он задает. И тем, о чем я говорил в одной из участников передач, хотел бы обратиться с просьбой господина Солодову, пишет Румен Панков. Не мог бы он сообщить, какой валовый продукт есть у разных стран мира за прошедший квартал. Например, вопреки критике политики президента Трампа, валовый внутренний продукт США за апрель, май, вырос более чем на 4%. Спасибо заранее, благодарен за ответ. Румен Панков. Спасибо вам, дорогой Румен, за ваш интересный вопрос, на который я, конечно, должен ответить. Что же в этом вопросе есть два вопроса. Вопрос номер один. Это данные о ВВП, валовом внутреннем продукте различных стран мира. И второй вопрос. Это темпы. Это не просто
векторов государственных и антиэкономического падения. Сегодня я выбрал для ответа такой ключ вопроса, а именно, как обстояли дела с экономическим ростом в различных государствах мира в 2018 году. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я решил привлечь данные о публикации Международным валютным фондом, которые характеризуются в этой области на протяжении первого квартала этого года. То есть эти данные включают статистику с января по апрель нынешнего года. Конечно, я не могу по понятным причинам привести данные, касающиеся всех многих десятков государств мира. Из этого числа я решил... Stand up top, I'm delicate, that's problem. И, конечно, следует начать с Болгарии. На первый квартал нынешнего года Болгария показала весьма неплохие темпы экономического роста, которые составили 3,8%. Но поскольку наша передача записывается в Болгарии, тогда, разумеется, в нашем списке, возможно, будет интересно узнать, как обстоят дела с экономическим ростом Китайской Республики. В последнее время экономический рост несколько замедлился и составил сегодня 0,9%. Поскольку мы изучаем на русском языке, и наша аудитория во многом представлена гражданами России, им, наверное, было бы желательно узнать, как с экономическим ростом и свободными в России на протяжении последнего времени, так как и на Тайване, экономический рост возобновился, но пока от тех темпов, которые демонстрируются в другом государстве. В первом квартале 2018 года по данным Международного валютного фонда он составил около 1,7%. Как обстояли дела с экономическим ростом двух крупнейших экономик мира? Что экономисты, как известно, относят к Соединенным Штатам Америки и Китайскую Народную Республику. Итак, США. На протяжении первого квартала средний экономический рост составил 2,9%. Однако во втором квартале, судя по всему, он был несколько выше. Как обстояли дела в различных государствах Европы? Ну, например, Германия. Германия продемонстрировала для этой весьма крупной современной экономики неплохой результат 2,5%. Результат Франции был 2,6%. Надеюсь, уважаемый радиослушатель, я отвечу на ваш вопрос. Если у вас будут какие-то еще вопросы, я всегда буду рад ответить на них. Большое спасибо нашему болгарскому корреспонденту. Ну а теперь, дорогие друзья, позвольте мне перейти к нашей основной теме сегодня. Нашу передачу я назвал так: «Экономика общества и реформы Саудовской Аравии». Для того, чтобы ответить на вопросы, которые я сформулировал в названии передачи, я опирался на содержание любопытной статьи, опубликованной на сайте Московского отделения фонда Карнеги, автор статьи Дмитрий Фролов. Он
радио пользуется репутацией одного из самых богатых и стабильных государств Ближнего Востока. Но на деле масштабы социально-экономических проблем королевства выходят далеко за пределы нефтяной зависимости. Массовая бедность, высокий уровень безработицы среди молодежи, противостояние химической химической, все это создает серьезные сомнения в том, насколько устойчив и долговечен саудовский режим. Молодой наследный принц Мухаммед бин Салман обещает радикальные реформы. Но попытка модернизировать запустилось королевство связано с немалыми рисками. Перемены, которые неизбежны, кому-то покажутся слишком быстрыми, а кому-то слишком медленными, могут вывести наружу давно хотите социальное недовольство. Главные сторонники перемен, уважает автор, это молодое поколение союза. Потому что сейчас положение большинства людей далеко не видно. За последнее время королевство перевело настоящий бум рождаемости. Население выросло в 5 миллионов лет в начале 1960-х годов. Почти до 30 миллионов сегодня. И как более 60% это люди малого 30 лет. Уровень безработицы среди саудовской молодежи составляет почти 33%. И ожидается, что этот угрожающий показатель останется неизменным. А то и незначительно вырастет в 2030 году. Королевство не ведется бесспорно социологических исследований. Но социальные сети могут многое рассказать о несравнениях среди молодых людей. Запахло в 2013 году Саудовской Аравии Виктор компания под названием «Мнение хватает зарплаты» за короткое время набрала миллионы ресурсов и получила отклик внутри страны. Приступаем исправить то положение, пока не просматриваете, потому что молодое поколение саудовцев, несмотря на неудовольствие высокой зарплаты, предпочитает изучать язык, культуру и религию, а не более практичную дисциплину, из-за чего еще больше отдаляется от реалий современного рынка труда. Раньше государь-автор публикации «Власть королевства» могли полагаться на субсидии, бесплатное образование и правоохранение как основные инструменты поддержания социальной стабильности, то теперь падение доходов от продажи нефти заставляет сокращать социальные расходы. Саудовское руководство осознает опасность момента, поэтому принц Салман так рьяно взялся за реформу. Пока общаешься с саудовской молодежью, невольно начинает звучать известную песню «Ветер перемен».
Настолько сильно, что вы представляете, что вы ожидаете. Очень много молодых людей получили образование на Западе. Говорят на английском языке лучше, чем на русском. И открыто синтезируют в западном комнате. Они жаждут перемен, а как бы более открытыми вместе народ, готовы пересмотреть жесткие религиозные нормы, отходные морали и знакомые подселетные коррупции. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу передачу. О проблемах экономики, общественных отношений и о реформах Саладовской радио. На следующей неделе я планирую продолжить эту тему и продолжить знакомить вас с заслуживающей внимания статьей Дмитрия Фроловского. Сайте московского центра Саладова. Пока отмечается, что несмотря на весьма значительные запасы энергоносителей, это государство сталкивается с экономическими и социальными проблемами. До новых встреч! И в стиле музыки жгуба по неделю театру в передачах «Эскарат МРТ», «Ворон Кальван», «Ностальгия» и «Ньютон Семантики». Каждую неделю новые композиции в результате международного радио Тайваня. Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Ворон Кальван» и с вами ведущий Дмитрий Блок. Сегодня предпоследний выпуск нашей стадии «Открытие». Я предлагаю послушать такое произведение, записанное в Казахстане и Михаила Сапковича. Второе его произведение было впервые записано в 1904 году. Называется оно «Алые цветы на земле Кронштадт». Восполняется на 1600 примерно. Которые приходилось ехать с другой стороны, чтобы вступить в брак с Павловичем Королем. Это произведение высокой эпохи, с одной стороны, описывает красоту царевны, с другой стороны, это грусть, которая приводит к этой красоте. Thank you.
9 марта и 28 октября в соответствии с этим летним расписанием СОО передача русской службы МРТ будет расширяться на 9590 человек. Максимальная дата 7.09.18 в регионе Весенний Сибирь и 11955 кГц. Сама 7.00 до 18.00 в регионе Весенний Европа и Центральная Россия. В эфире Международное радио Тайвань.